Любимая Индия снова в Рязани. Выставка продажи индийских товаров стала уже традиционной. Широкий ассортимент товаров привлекает жителей города своим качеством и натуральным составом. Особенно многолюдно у прилавков с чаем. Индийский чай всегда ценился как особенно изысканный. Он бодрит и тонизирует, прекрасно утоляет жажду и дарит чувство радости. А если туда добавить специи, то любители этого благородного напитка, несомненно, получат пользу. Чай представлен всех трех провинций. В Индии есть три провинции, где растет чай. Ассам, Дарджилинг и Нилгари. Есть чаи черные, есть зеленые, есть добавочки. Есть большая разновидность пряностей. В широком ассортименте есть монопряности. Есть специи, например, для чая, для плова, для гарниров каких-то, для первых блюд, для мяса. Есть моноспеции: куркума, имбирь, кардамон, корица. Есть уникальный рис басматик. Имеет низкий гликемический индекс, в котором нету быстрых углеводов, от которого не поправляются. Очень вкусен и полезен. Специй здесь действительно великое множество. И для любых блюд: масала для чая и кофе. Кстати, индийский кофе здесь тоже представлен. Черный тмин, черный кунжут и другие вкусные полезные пряности. Именно из Индии. Они очень хороши чем? Они лечат, они для блюд идут очень вкусно. Многие люди без них не готовят, потому что они очень вкусные, вот, и полезные. Во-первых, куркума. Куркума – это самое полезное сейчас у нас, что есть, специи. Ее добавляют во все блюда. Асафетида – это смола дерева. Она обладает вкусом чеснока, но это не чеснок. Ее добавляете во все блюда. Она блюда делает необычно вкусными. Приготовите, она сделает блюдо шикарным. Ее у нас покупают большинство в рестораны, потому что она очень вкусная. Чего здесь только нет. Изделия из оникса, одежда, постельное белье, платки и палантины из шелка и кашемира. Невероятные по красоте ковры, также из хлопка, кашемира и шелка. Все это сделано вручную. Вазы и турки для кофе – предметы декора. А натуральная косметика из Индии давно завоевала любовь российских покупательниц. Краски для волос, кремы для рук, лица и тела, эфирные масла, шампуни. И это не весь ассортимент. В общем, каждый покупатель непременно найдет здесь что-то для себя. Нравится Восток, нравится продукция, нравится ассортимент. И вообще здесь приятно, уютно и комфортно. Продукцию какую вы тут обычно покупаете? Обычно сладости, чай, ну и что-то для себя любимое. Мне очень нравятся вот леденцы местные, их производство эффективное, когда горло болит, кашель, то есть начало простуды. Нравится, поэтому я регулярно посещаю. Что еще покупаете здесь? Зубную пасту обязательно. Вот. И смотрю иногда что-то такое вот из верхней одежды. У них ткани натуральные, хлопчатобумажные в основном. Вот. Легко носится и в жару комфортно. Да, каждый раз приходим, когда есть возможность. Да. Тогда приходим. Что покупаете обычно? Ну, я вот себе, допустим, для пляжа купила платьишко, чтобы на пляж ходить. На Черное море езжу. И поэтому покупаю вот оно легонькое, хорошенькое. Платки берем. Тоже красивые очень. Палантины. Я покупаю всегда. А у стенда с украшениями хочется остановиться надолго. Бусы из натурального жемчуга, серьги и браслеты из серебра с драгоценными камнями, кольца на любой вкус. Вежливый продавец поможет выбрать свой камень и предложит примерить понравившееся украшение. В общем, на выставке рады всем покупателям. Вас ждут ежедневно в ТРЦ «Премьер» с 11 до 19 часов. Выставка-продажа «Любимая Индия» будет работать до 23 сентября. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».